Нижегородская «Торпеда» выехала на вторую гостевую встречу. После поражения от пекинских хоккеистов нижегородцы едут к чемпионам страны – ЦСКА. Матч пройдет на ЦСКА-арене. Начало в 19:30. Столичный клуб комфортно чувствует себя на первом месте в таблице западной конференции. За 18 матчей «Кони» набрали 29 очков и оторвались от ближайшего преследователя на 4 пункта. Нижегородская хоккейная команда опустилась на 7-е место в таблице восточной конференции. За 17 матчей регулярного первенства она набрала 15 баллов. На своем льду армейцы добыли 9 побед в 10 последних очных матчах против «Торпеда». Так что команде Дэвида Немировски будет тяжело обыграть ЦСКА. Но ничего невозможного нет. Включаем сегодня в 19:30 ННТВ, смотрим прямую трансляцию матча ЦСКА-Торпеда и поддерживаем нижегородских хоккеистов.